Да, Джек. Лоскович приземлился с кобры на Мальте 6 часов назад. Целым и невредимым, надеюсь? Да, сэр. Ученые-аэронавты уже направлены на Мальту. Отлично. Я прочитал твой доклад, Джек. Скажи мне, что ты думаешь об этой операции воскрешения, которая так волнует немцев? Но это уже второй раз, когда всплывает это имя. Сначала на раскопках, а теперь на ракетной базе. Определенно есть связь между головой смерти и паранормальной группой. Что еще? Боюсь, что нет, сэр. Нам нужно больше информации. И что ты предлагаешь? Мы идем к источнику. И так мы доберемся до головы смерти. Мы повергнем его на его же территории. Насколько я понимаю, ты говоришь о секретном оружейном комплексе около Купельштадта. Именно. Интересное предложение. Знаешь, мы давно пытаемся проникнуть в этот комплекс. Пока безрезультатно. Я знаю об этом, сэр. И ты также знаешь, что Купельштадт подвергался массированным бомбардировкам союзников в последние 48 часов. Да, сэр. Откровенно говоря, я рассчитывал, что это отвлечет нацистов и поможет нам. Вероятно, не знаешь, что наши друзья из Крайзе в этом районе сообщали об ученом высокого уровня из комплекса, желающим дезертировать и отчаянно нуждающимся в помощи. Я полагаю, он может предоставить нам очень ценную информацию. Несомненно. Хорошо. Вот что мы сделаем. Мы отправим агента Блацковича связаться с группой Крайзе около Купельштадта. Они знают, как попасть в оружейный комплекс, а он поможет им вытащить из комплекса этого ученого и доставить его к нам. А затем? А затем он выступит в роли ищейки, идущей по следу.
Отличная работа. Теперь поторопитесь, ты должен найти спасательную команду. Thank you.
There's heavy resistance along the last road before the weapons complex. Let's go. Thank you for your assistance. We will move the scientist out soon. You'd better get going. Thank you.
Я говорил тебе, перережь красный провод. Или это был синий? Ах, подожди, я схожу, посмотрю в руководстве. И как мне ее обезвредить? Я говорил тебе, перережь красный провод. Или это был синий? Thank you.
sure I heard something. Thank you.
Майор, почему мы еще не готовы к отправке? Мои извинения, оберфюрер. Но загрузка новых торпед занимает больше времени, чем мы предполагали. У меня нет времени на эту чепуху. У меня важное задание. Этот корабль через час отправляется к X-лабораториям с торпедами или без. Вам понятно, майор? Абсолютно, герр оберфюрер. Починил лифт.
Я не обязан отчитываться перед вами. Они направляются в Норвегию. Координаты 67 градусов на север, 16 градусов на восток.